Заходи на whathub.net. Новогоднее наступление 2023 уже началось. На сайте появилось большое количество больших новогодних коробок. Ты можешь выиграть большое количество новогодних, восточных, волшебных, рождественских коробок. Или даже сразу все 4 типа одновременно. Ты можешь получить уникальную премиум технику. И даже танки 9 уровня могут стать твоими. А еще золото нетанкового премиума, кредиты, 3D-стили, ресурсы и даже рэтчерского кота. Открывая кейсы, ты автоматически принимаешь участие в ивенте «Новогоднее наступление 2023», в котором мы разыгрываем более 1100 коробок. Может быть, ты тот самый обладатель, и именно ты выиграешь большие новогодние коробки. Не забудь про бесплатный барабан бонусов, в котором можно выиграть бесплатное открытие новогодних кейсов с новогодними коробками. Удачи и до встречи на сайте whathub.net. Ссылка и новогодний бонус в описании. Всем здорово, у нас сегодня достойная награда. Выдали квас СМЗ, блять, пиздец. Вот, ноль боев, разумеется, вот только получил. Кто не в курсе, это за ветеранство в этой игре дают, вот. Бонов там чуть-чуть, вот это вот все бесплатно. Вот, но тут проблема-то в чем? Он золотым цветом подсвечен, а это значит что? Это значит, что он, сука, акционный. А я, как владелец трех отметок на всех десятках и всех акционках, не имею права не взять на нем три отметки. Наскомит, блядь, вообще светит? Блядь, ну минус 5 УВН, это просто ебаный пиздец. Сводится он нормально. Ну это 0 урона будет, чуваки, тут без вариантов. Тут просто без вариков. Пробить 150 на голде, да? Да, 150. Так. От пятерочки минимум. Пробитие. Пробитие. Вот. Квасец. Пакость, блядь, какая. Ну, долбоёбы вот игру делают. Не гнёт пушка вообще, 5 градусов, это пиздец. Долбоёбы тупорылые игру делают, чуваки. Ну вы вдумайтесь, танку... Против танка 5-го левела попадается уёбище 185-го, нахуй. Ну типа что это? Ну слушайте, я могу сказать, что я уже очень достойно отыграл. Потому что самый первый бой против семерок я влил 1300, это пиздец. Я если бы здесь с нулем слился, это уже достойный результат был бы. Прикольный танк, кстати. Только УВН вообще говно лютое. Вот если позовут, тогда может быть. Но они не позовут. А сам напрашиваться я не буду. Я чё, конченый, блядь? Что-то я, блядь, как ебанько размениваюсь. Ну как там с деньгами? Спасибо. Идея для барышки. На будущее, которое добавляет 1 или 2 градуса, например. Да это, братанчик, не твоя идея и не моя. Это уже давным-давно люди придумали. Я сомневаюсь, что такое будет. Я, честно говоря, сомневаюсь, что такое будет. Танчик-то прикольный, я вам скажу. Блять, жаль, не будет трех отметок за стрим, это плохо. Придется растягивать это говно на кучу стримов, блять. Бля, землю убил. Снова землю убил. Снова землю убил. Все увидели, да? Вот сейчас было 3 промаха. Все в землю. Все в землю. Это просто коротко о том, как не пиздоболы и не долбоебы рассказывают сказки. Я еще раз говорю, вот мы берем только промахи. Да, допустим, там 10 промахов. Вот я утверждаю, 7 из 10 минимум это будет в землю. Тогда о каком распределении мы говорим, если есть верх, низ, лево-право, блядь, а промахи исключительно в землю падают? Вот только что при вас я выстрелил 5 раз. 3жды промахнулся. 100% промахов упало в землю. То есть 3 промаха из 3 это 100%. 3 из 3 упало в землю. Итого 100% промахов упало в землю. О каком нахуй распределении мы говорим? О каком нахуй распределении... Я после боя отвечу. Спасибо огромное, сейчас я отвечу. О каком нахуй распределении, честно, мы говорим, блядь, что снаряды рандомно летят. В каком месте нахуй рандомно? Или я скал в борт. Ну, в общем, в лоб я его никуда не пробью. А этот долбоёб тупорылый стоит.
То есть хуйня, вот, вот это ж переапанное дерьмо, пиздец. Это такая имба, что я ебал просто. Я его только в борт, например, пробиваю. Ему похуй, блядь, он стоит все ему. Он хуй куда поедет, он не поедет танчить нас ебалом, ничего. Мы ему, блядь, на выстрел. Эта дура, блядь, тупорылая, блядь, стоит. Ему похуй, он никуда не поедет. Он никуда не поедет, блядь. Его невозможно в лоб пройти, я его голдой в лоб не пробиваю, блядь, никуда. В НЛД там, если плюс 25 прокнет, блядь, может быть под каким-то определенным углом. Блядь, ебаный пиздец, блядь, он не едет на меня. Ой, блядь, что самое смешное, он меня высветит в кустах, а я его не высвечу даже без куста, хотя он, блядь, сейчас сам в куст заедет, пиздец. Блядь, и он ехал бы вот здесь бортом, блядь, вы понимаете, какой тайминг, это просто пиздец. А, о-о-о-о-о-о. Вот, смотрите, как я его в НЛД классно прибиваю, а не как он нахуй за трупом. Кстати, по-умному, по узкой едет, вот удивительно, дебил бы по широкой поехал, а умный, кстати, по узкой хуячит. Не, я по широкой поехал, ёбнутый. Дебилёныш. Я ж сказал, я его голдой не пробиваю даже в НЛД. Слабый танк сделали. Ебанашки минские. У меня даже нет смысла ему гусеницу сбивать и как-то ему прыгать в борт, потому что мне подвижности просто не хватит. Он даже шире не может. Они фуловые, блядь, оба. Ну, вернее, этот дебил, блядь, фуловый. С этим, блядь, какой пиздец. Хотя у меня нету слов, сука. Как работает привычный механизм дозарядки? Стоп, это не то. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Блядь, да где ж это было написано-то, блядь? Ёб твою мать, только что видел. Сейчас. Т-т-т-т-т-т. А, вот. Огневая мощь. За хорошую скорострельность и бронепробитие квас расплачивается невысоким средним уроном и достаточно большим разбросом на 100 метров. По крайней мере, для подкалиберных, ну, как там, снаряда. Вы что, ебанутые? Вы что, ебанутые, блядь, совсем, что ли? Вы что, блядь, действительно, блядь, долбоёбы? Ну это же долбоёбы пишут, блядь. Они что, ёбнутые, блядь? Не, это пиздец, этой хуйни, из неё нельзя уходить из танков. Из этой хуятины бежать нахуй надо, не оглядываясь, блядь. Ну, я говорю, просто покатав нахуй на S3 SMZ на этом танке, ты понимаешь, насколько, блядь, большой высерет итальянская, блядь, механик. У нас в целом-то все неплохо. Мы по ХП выигрываем. И позиционно не самое плохое, что могло бы быть. И дурачок вон в раж пустился. Даже два. Хотя, может, они отпиздят меня сейчас. Мне пиздец все. Блять, многовато их, конечно. Хорошо. Добренько получилось. 3% апа за... Не-не-не-не, здесь планка не 1100, это точно. Здесь планка под 2 куска, блять. Здесь планка под 2000, ребят. Блять, ну эти звуки, это что-то с чем-то, блять. Здесь планочка под 2000, ребят. Увидел, как батя играет на арте. Кто я? И чей я сын? Бля, брат, ты... Вот, знаешь, я не буду подсказывать, ты все сам понимаешь. Я знаю, что ты, ну, серьезно, ты все понимаешь сам. Брат, ты все понимаешь. Ты все прекрасно понимаешь, братанчик. Удаление. Удаление сейчас будет. Ну, удаление. Ну, иди нахуй, ебанутый. Ну, что я сделаю? Ну, так если игру долбоеб делает, ну, что ж я поделаю? Давай еще раз рикошеть, не прям. Да, блядь, ты хоть раз в него попадешь, блядь. Он как стал шотным. Ну, два в землю. Ну, охуеть, блядь. Чуваки, а кто на коробке играет? Есть такие? Ну, по-любому есть. Вот не на PlayStation, а прям на Xbox. Только на постоянной основе. Не просто так...
Не просто так, знаете, раз в полгода включить, а именно на постоянной основе. Есть такие? Есть у меня такие в чате, кто в Xbox хуярит на постоянной основе? Я не могу, блядь, в это играть, но все мимо летит, блядь. Я специально ждал, пока он заедет, чтобы они все в кустах были. А почему он стоит просто? Но они стоят. Блядь, ебать тут звуки, это пиздец. Ну вот я и один остался. И больше тут никого нет. Очень жаль, что команда долбоебов. Есть, да? Есть те, у кого на Xbox вот это включена. Вот тут ЛТ стоит. Подписка. Подписка вот эта мощная на все игры. Там ведь полная библиотека компьютера, да, как я понимаю? Их очень много, я не вывезу, потому что я, блядь, один. Ну, блядь, ну заебало, все мимо летит, нахуй. Да, ребят, я не вывезу, потому что, ну, их очень много, блядь. Их, блядь, ну очень, сука, много. А я, сука, ну очень один. А, в упор. Блядь, он на барабане, а я на цикличке, он меня убьет, блядь. Потому что, сука, он на барабане, блядь. Печально. Нормально, нормально, он в борт под углом хуярит. Отлично, я его убью. Заебись. Он, походу, у него зарядилась бы уже тычка отдельная. Он, видимо, не знал, что он на этом. Сейчас мастера снова дадут даже за проеб уже. Блядь, наличие здесь СТшки это хуёво на самом деле. Это уже значит, что у них там что-то команда из себя представляет. Что-то. Где-то. Это ты заебал нахуй дергаться. Недобрые какие-то воспоминания получаются. А у нас КВ-2 за спиной, а у вас? А у нас квас, а у вас, блядь. А у нас поиграли мы в бою, все. Я умер. А знаете, почему я умер? А знаете, почему я умер? А потому что до сынов блядей, чтоб они сдохли все, суки, блядь. Никогда не дойдет, что нужно минимум вот это забирать, а в идеале сразу к ним во двор заезжать. До сынов блядей это никогда не дойдет. Да ладно. Аниме это же просто внеочередной жанр мультфильмов. Чего? Интересный факт. Людей, смотрящих аниме, можно называть лкпшниками. Мне вот подписчик писал пару дней назад, что ученые провели исследование, и 23-летний человек, человек, смотрящий аниме, это звучит как анекдот, но все же, 23-летний человек, смотрящий аниме, по статистике, умнее своего парня. А мне пиздец, я зря упоролся, меня обоссут сейчас. Я его одолел. Я смог одолеть ЛТшку, ребят. Ну, меня тут толпой хуярили, блядь. Суки в тайминг приехали. Нормально, я занял. Четвертая высота Ася Королева, блядь. Или какая там пятая была, я не помню, блядь. А вот, блядь, суки ебучие. Вот, суки ебучие, толпой. Только толпой и могут, блядь. Так, у этого дебила должна пушка не опускаться. Блядь, три шотных, представляете? Они мне втроем на... Да пошел ты нахуй, я вниз упаду, блядь. Блять, три танка на тычку было, ёб твою мать. Да, на 30%, вы вдумайтесь, блять. На 30% 439 урона, блять. Если бы тут 1100 была бы планка на 3 отметки, то, блять, на 30% здесь, блять, 150 урона было бы, ёбаный рот. Пиздец. Да, тут планка, блять, под 2к. Ебанёшься, блять. Просто, блять, ебануться можно. Блять, планка под 2000, нахуй, на пятом уровне, на пятом, блять. Ебать. Это имба, бля.
какая-то получается. Ща арта его ёбнет, блядь. Ха-ха! Ебать, жесть. Блять, сука, он за спиной, блять. Коленьки выкатываются, чтобы этот, от брони имбовать, тип. Блять, а вы знаете, я сейчас совершаю большущую ошибку, что я сюда еду, потому что вот они нас разомнут нахуй. Я, конечно, поддержу Кольку, плюс он потанкует, сам постреляет. Я там тоже потанкую, что-то постреляю, хотя я, скорее всего, просто постреляю, а не потанкую. Блять, ты можешь не дергаться, как же ты заебал-то, а? Блять, не пробил. Хорош. Давай, принял. Ради тебя. Бля, я сейчас его ударю, нахуй. Блять, но эти звуки, это что-то с чем-то, блять. Блять, как ты заебал, урод! Он специально не дает, блять, стрелять. Блять, животное тупорылое, блять. Блять, сын проститутки ебанутый, блять. На, нахуй тебе, блядь, 250, блядь. Бать, слабо, нахуй. Я позаряжаю чуть-чуть, пусть стреляет, блядь. Я третички заряжу и начну хуячить. Загорись, пожалуйста. Хуй, блядь. Поехать, нахуй. Нормально натыкали, блядь. Ну как там, деньги? Спасибо. А я здесь буду один. Ну хули, ну зато у нас первую линию. Так самое забавное, что эти долбоебы конченые, они же сдохнут все. У них нет УВН, им придется выкатываться корпусом. Их будут встречать, блядь, и пиздить этих бомжей тупых, а потом еще отсюда. Это ж, блядь, уебаны. О, блядь, меня уж свертухи ебут. Экран не пробит, бля. Ну как там с деньгами? Как вам, блять, арта? Заебись? Будет скидка на покупку исследуемой техники. Не отвечаю на глупые вопросы. И подскажи, пожалуйста, какие из четырех коробок лучше открывать? Никакие, насрать. Насрать, какая разница между ними? Там разница только, блять, в том, что какие-то ресурсы. Понять не имею. По вероятности выпадения, насрать. Они одинаковые, блять. Вот. По ресурсам елку накрашать, блять, украшать, прочитай, там все написано. А по поводу первого вопроса понятия не имею. Но меня выебал, блять, все. Взвод выебал. Бишоп этот сраный выебал, блять. Ой, его в башню поджег. Заебись. Хорошая команда. Замечательная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять танков здесь. Девять, блядь. А, арта еще хуячит. Десять танков здесь. Я знаю, что если сейчас рыпанусь, блядь, вперед, они выскочат, блядь. Здравствуйте. Здорово, здорово, спасибо. Карбин. Здорово. Надеюсь, вы меня помните. Здоровья и счастья вам и вашим близким. Спасибо взаимно, друг. На стримах не часто. Китаец с Карабахерня слеж фан слеж пойдет? Не катал еще. Спасибо. Не катал, вот завтра скатаю, и там с 4 числа пойдут гайды на них, на новые танки. Я думаю, вот фан будет заключаться в том, что надо будет нажать кнопочку, и он вжжж. Кстати, а какая кнопочка будет? Наверное, X. Вот, и он... Ну как там с деньгами? Супер быстро. Карбин, здорово. Погоди, сейчас. Какая у тебя матрица в мониторе? Так, сейчас. Понятия не имею. Понятия не имею. Понятия не имею, братан. Не отвечу. Понятия не имею. Вот, спасибо большое. И по поводу предыдущего доната, покатать надо. Я не думаю, что там какой-то фан будет, блядь. Ну типа, бабаха челлендж! Уебал фугасом на 800! Вот примерно такая хуйня. Ну, блядь, душевно больные, конечно, этому порадуются, блядь. Ну просто, ну чё стоять, сколько можно стоять? Я, блядь, уже не могу стоять. Хватит стоять-то, блядь. Так и до бабахи челленджа можно скатиться, блядь. О!
баки сломал, заебу. Вот Hellcat на слабом танке против пятерок стоит базу дефит, блядь. Не, ёбнутые твари, типа ёбнутые. О, правильно. Молодец какой, да? О, еще один. Вот, молодцы. Там под все стволы пошел, блядь. Пацан, блядь. Не, я не могу, мне физически больно в этом бою, блядь, находиться. Ну как там сдвигает? Ну это кормилец, блядь, чуваки, будет. А, вот пишут, на евро планка адекватно отображается. На евро показывается планка на этом танке 2000 нахуй 170. Блять, 2170 нахуй. Пиздец, на танке 5 уровня. Чтобы вы понимали, это немного. Это немного, это пиздец. Много на 5 уровне, ну 1500 это уже ощущается. Там, да? Там 1700 это уже пиздец. Ебать, 2170 нахуй. Ебать. 2, блять, 170 на 5 уровне. Охуеть. Двигатель сломали. Понятно. Это просто пиздец. Это просто нахуй пиздец. 2170, блядь. Самый сложный, он на втором месте. После Пантеры 5.4. Ну, у нас в игре две Пантеры 5.4. Они одинаковые, просто одна типа альфа-тестерская, другая не альфа-тестерская. Ебать, так это самый тяжелый танк на три отметки. Ну, второй, блядь. Но Пантеру можно не считать, Пантера льгот. Это раз, блядь, ну, премиумная Пантера. Она льгот, это во-первых, блядь. А во-вторых, ну, там, блядь, извините, она переапанная имба. Ебать нахуй, вот это... Так, стоп. У Истри на сегодняшний день какая планка на отметку? Где, блядь, Истри? Так у него планка, как у Истри, нахуй, на сегодняшний день. Здравствуйте, блядь. Ну как там с деньгами? Блядь, пиздец. Планка просядет инфосотка. Он во время супертеста был сильнее танка в 6 го уровня. А ща его знатно понерфили. Ну а Члысикул, как обычно, хуесос. Так, вот в Молдове не работает. В Беларуси пишут не работают. Латвия пишут не работает. Украина, пишут, не работает. Да ёб твою мать, блять, хуй разъедешься, блять. Ну в основном Россия пишут. В основном Россия. А, ну вот у кого-то... Ты чё, сука, блять, тварь, нахуй! Аватарки не подгружаются. Братан, аватарки уже 4 месяца или 5, блять, ни у кого не подгружаются. Больше даже. Лагает в Украине, вот пишут. Румыния пишут, не работает. Ну понятно, значит где-то он пизданулся, нахуй, ясно. Где-то он пизданулся. На каких-то... Ой, блядь. На каких-то... Этих, блядь, территориях. Нормально, да? А почему ортоводов просто не могут, нахуй, блядь? Пидорасы, блядь. Выходит, спасибо. Что то животное, что писало статью. Думает, что разброс от да, типа да, снарядов да, различается. Да. Кек. Да, да, а там конченые, блядь, я ж тебе говорю. Они ж даже не играют в эту хуйню. Там долбоёбы одни. Это по факту просто. Я не смогу здесь играть. Ёбаная шваль поставила арту 110 уровня на 5 и арту 125 уровня. Ну, посмотрите, что, блядь. Ну, я не могу в это играть. Ну, шваль, блядь, игру делает. Ну, что поделать. У долбоёба игру балансит, блядь. Ну как там с деньгами? Спасибо. Дед, ебать, иди пей таблетки. Всё правильно. Заебал. Забей хуй на эти танки. Всё правильно. А, ну пишут, что с Ютубом хуйня по всему миру. Ну вот. Корман совсем клоун, как тебе чел ответит, у которых не работает. Блядь, ну не работает, в смысле лагает. На компе вот, например, у меня он лагает как ебанутый. А на телефоне он периодически вылетает. Но это, блядь, не бой, это просто пиздец ёбаный. Это просто ёбаный пиздец.
Самый плохой бой стрима 300 урона. Это первый слив отметки за все время на нем. На 44%. Я надеюсь, сгниет, блядь, пидорас, который делал эту ёбнутую карту, блядь. Ну, и тот, кто делал эту ёбнутую арту. Я бы... Итоги сегодняшнего стрима, господа. Квас с МЗ. Награда ветеринарам. И новая акционка, ребят. Новая акционка, да, это акционный танк. И нам предстоит взять на нем 3 отметки, потому что у меня 3 отметки на всех десятках и всех акционках из игры, блядь. Во-первых, танк хорош. Реально хорош. Прикольный танк. Что мы выяснили опытным изначально путем? В том, что на этом танке, на танке 5 уровня, планка на 3 отметки от танка, блядь, 8 уровня больше 2000. Чтобы вы понимали, в Азии, знаете, ну, на каждом регионе разная планка на 3 отметки. 2500, нахуй! 2500, блядь! В Америке 2300. На Европе 200 с небольшим, и на Ру в этом же районе. Просто по Ру почему-то нету еще графика, блядь, по отметке. Скатали мы сегодня на нем 24 боя. 1430 средухи, это уже подслитые 381 ассиста. Короче, суммарно там 1800 с небольшим суммы. Результат хороший. Отметка за 24 боя, за 24 в песке, блядь, только 44% нахуй.